Мы находимся на выставке в Крокусе «Салон каминов 2022 года», которая происходит в марте в Москве. Находимся на стенде «Прометалла», на котором представлена вся наша продукция в огромном количестве новинки. Стенд очень живой, постоянно происходят мастер-классы от Сергея Коломенского, это директор бани. Он показывает, как парить, зачем парить, почему парить и самое главное, как это делать на печах «Атмосфера». Вот я приехал в Москву, да, по приглашению завода «Прометалл» провести здесь некие мастер-классы с веничками, показать приемы, которые может повторить любой, ну, скажем, ты, да, например. По веникам рассказываю, например, по аксессуарам банным, вот что, да, как высота полка, ширина полка, как удобно сделать. Много по веникам вопросов. Печи должны быть где? Правильно, в бане, в парилке. Их у нас 3 штуки в разной стилистике, за что огромное спасибо компании «Баню» мы Максиму лично. Построил бани, которые стоят на нашем стенде. Задача стояла сделать 3 парные, что-то необычное. И мы вот долго-долго с ребятами думали, что-то классическое привезти, а потом решили, ну уже от классики все устали, ну постоянно мы видим ее везде, и в обзорах, и да, даже здесь по выставке пройтись, на самом деле везде классика. И мы решили что-то такое сделать нестандартное. Вот как раз мы получили волну, как раз мы получили там различные такие вещи со светом, с широкой доской. Спасибо «Прометаллу» заводу, то, что доверили нам сделать такие классные стенды. Совместно с вами вот мы сделали вот. Здесь практически все первое реализованное вообще из проекта. Вот такие вещи, я не знаю, кто-то еще в банях применял или нет, но вчера были дизайнеры, которые там делают очень крутые проекты, и они говорят, что вот наподобие такой волны мы заказывали из Америки. А на самом деле вот мы можем делать такие проекты. Насколько вообще люди готовы к экспериментам в отделке своих бань частных? Я удивился, но реально многие готовы. На стенде 3 парных. В чем особенности каждой? Есть какие-то там различия между ними? Да, есть. Вот это больше, грубо говоря, парная такая. Показать, то есть с интересным полоком. Он может быть как и прямой, так и анатомический. А вторая парная, где работает Сергей Коломенский. А там, если вы видели, во-первых, полок из дуба. И вот эти бревна, это бревна от старого дома, столетнего. То есть мы его разобрали. И вот эти бревна как раз мы применили. Третья парная у нас там также волна и, соответственно, уже с темной такой древесиной получилось. Тоже интересный полог. Ну, по сути, каждый они по-своему индивидуальны. Вот опять же портал кирпичный, да, то есть мы его реанимировали немножко, то есть показали, что в интерьере кирпич на самом деле смотрится так же неплохо. Ну и с нашими чудо-печками, атмосферами, красавицы. Что, какая любимая, Максим? Я люблю окаменевшее дерево. Оно сочетается с любой древесиной. Ну и сетки – это прошка. Сегодня у нас был на стенде особенный гость, это Владимир Сычев, который лицо нашего бренда, поддержка нашего бренда. Этот человек очень любит баню и традиции, которые она несет. Я русскую люблю. Русскую, то есть много пара, приятно, хорошо с мужчиной посидеть, отдохнуть. Тогда нам с вами абсолютно по пути, потому что мы делаем печи исключительно вот для русской бани. Вот Андрей сейчас расскажет подробнее про печи. Это ваша печь? Да? Да. Здорово. Она такая же, а вот это лучше, а помощнее. Да.
огромное спасибо, что позвали, пригласили, и что мы с вами будем сотрудничать. Обожаю баню. Сергей Коломенский, первый чемпион по бане. Перед экспоцентром стоит наш трак. Это изюминка, наверное, этой выставки, который поедет в экспедицию. То есть атмосферная экспедиция, банная экспедиция, которая практически всю Россию проедет. Наша печь, наш трак. Будем в разных красивых местах останавливаться, показывать, как парят, показывать виды природы, пара, бани и всего-всего-всего-всего-всего. Креативная идея, что будет баня на колесах. Посмотрите, мы сейчас находимся на выставке в Крокус Экспо. Это первая банная экспедиция на колесах. Аккуратно, уютно. И запах такой прям русской баньки. Я представляю, как здесь будет хорошо, когда она будет уже растоплена.